Что хотели бы сказать нашим молодым трансгуманистам? Как? Что бы вы хотели сказать нашим молодым трансгуманистам? Да, но я о других не сказал. Скажите. Вот Иосаф из знах пятерых больше всех добился успехов. В конечном счете стал работать в академгородке очень престижно. Его избрали академиком Академии образования, Российской академии образования РАО. Он такой был настоящий академик. И оплачиваемый как академик. Ну, я как бы тоже конечно считаюсь академиком. Академиком, действительным членом Академии гуманитарных наук. Игорь Владимирович, вы академик трансгуманизма. Это самое главное. Как? Вы академик трансгуманизма. Вы это самое главное. Иммортализма. Это важнее. Ну, такого-то официального звания, названия нету. Нету. Да и Академия гуманитарных наук, членом которой меня избрали еще в 99-м году, похоже, тоже приказалось себе долго жить. Что-то она не устояла.